Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, мы продолжаем проходить Curse of the Dead Gods и будем играть с молотом кузнеца, критический урон горящим врагам и 20% к основному урону, если вторичное оружие кинжал, а тут как раз кинжал, который критует дополнительно. Так, испытание Бельцалока. И что мы тут видим? Золото. Вон, реликвии есть. Так, мы пропустим, да? Реликвии, улучшения. Давай тогда вот так вот начнем, чтобы сразу к реликвии сходить. Потом к чемпиону. Ну, критовать молот кузнеца будет достаточно сильно, как мне кажется. Ну да, смотри, нифига. По 79. Смотри, копье. 15 урона на свету. Восстанавливает здоровье. Ну, мы дальше пойдем. У нас молот кузнеца есть. Да, смотри, критует. Офига себе, комбо. Что-то выпало. К порче. Воу, не надо. Так, золото. А, и погасило, смотри. Ты смотри. О! Ну, я, наверное, все-таки предпочту выживаемость. Криты, конечно, нужны, но выживаемость 3%, это мы пропустить не можем. Ну, никак не можем. Танцующее пламя. Ага, ну это...
Это не страшно. Что, да? Ничего, вылечусь. Я вылечусь. Хотя я, смотри, половину здоровья потерял. Нифига. Так, что тут? Это к ловкости. Это... к урону огненными, да? 45%. Ну, это вообще-то довольно сильно. Давай возьмем, мало ли. 45%. Это, извините, дофига. Так, одно проклятие сейчас будет, да? А где мы у реликвии? Полегче. Ой. Так. Пошел свет. Отлично. Лечимся на 3%. 3% это очень неплохо. Так, реликвия. Ну что тут? Урон на свету 30%. Это определенно нужно брать, потому что это сильно. Да, порча. А, мы ее не снимем, тут босса нет. Безымянный. 50%. Так, надо 30 монстров побить, и все. И по сути проклятие оно только ускорять персонажа будет. Ой! Подожди, подожди. Нифига, персонаж-то быстрый, капец. Вы это видите? Вот эту скорость вообще видите? Ой. Че, еще одно проклятие? Ты че, серьезно?
Небесный молот. Атаки молнии. Возьмем на всякий случай. Блин, я порчу получил. Только что была порча, и опять. Тут сундук должен быть, по идее. Фига, урон. О, а он еще и эту, и кувырки ускоряет. Нифига. Однако. Нет, туман надо убирать. Видали скорость? Хватит гасить огонь. Да, ну, не надо, в общем-то, зачем? Огонь. Ё-моё. Еще 3%. Да мне хватит, наверное, лечения-то. Это не надо мне. Это не сработает. Это мне не надо. Так, восприятие. А вот это давай! Нифига. Вот сейчас урон-то будет от молота кузнеца вообще бешеный. Вообще бешеный будет. С ума сойдешь. Жестко-жестко. Так, усиление. Ой, критическому урону. Еще 20%. Еще запорчу, давай. Хотя это уже рискованно. Сейчас порчи будет слишком много.
Но мы эту порчу снимем, сейчас босс будет. Надо снимать порчу, иначе это, ну, это плохо закончится. Ой. Фига урон. Он когда загорается, он начинает... Да, это очень сильно. Урона очень много. Безымянного будем, наверное. А, нет, подожди, это ускорение. Туман снимем. Эффекты исцеления. Небесный молот. Но теперь давайте порчу уменьшать. Так, урон на свету. Да, давайте порчу уменьшать. Так, это что? Это к сложению у нас и так достаточно. Или возьмем. Я думаю, 3%-то нам и так хватит. Эффект исцеления. 33%. Да давай возьмем, а чё нет-то? Ну и что тут? Золото, реликвия, лечение, босс. Тут параметры. Параметры, так, босс, параметры, реликвия. А, нам к боссу все равно придется идти, да? Давай золото тогда подкопим. А, нам 5000 золота же надо будет. Точно, я забыл. Нам нельзя сильно много золота тратить. А вот это уже интереснее. А вот это уже очень интересно.
Ну, куда? Порчу уменьшаем. Стоп. Это что? О, сундук. Так, от боссов. А вот это нам надо, кстати. 20% от боссов. Вообще-то это очень важно. Фига. Сколько? Сколько крит? С молота 149. Все, я вылечился, в общем-то. Только максимального здоровья маловато. Порчу уменьшаем. Так. Реликвия. Ничего, ничего, сейчас нормально все будет. Так, тут что? Золото. Это что выпало? Ай-яй-яй. Нехорошо так делать. Я порчу получил. Я ж могу так не доиграть. Вот это можно взять, в принципе. А, не, я вот это, наверное, возьму. Чемпионы, боссы. 20%. Это ж офигеть. Так, лечение. Надо к боссу идти, потому что надо опять проклятие снимать.
Иначе это плохо закончится. Сундуки ловушки. А это хорошо, кстати. Сундуки ловушки, это хорошо. Так, что? Безымянный. Сундуки ловушки. Блин, а что нам снимать? Какое проклятие-то? Сундуки ловушки. Ну, безымянный, тут как бы ускорение. Сундуки ловушки, предметов больше. Я, честно говоря, даже не знаю, что тут снимать. Жалко, здоровья мало. Вот это жалко. Обязательно. Сколько? А она постоянно огонь гасит. Вы это заметили? Так что на факел она всегда реагирует одинаково. Видите? Ее нет смысла даже. Придется ее аккуратно. А вот то, что я порчу получил с одного удара, причем дофигища, это очень плохо. Ну, впереди босс, с другой стороны. Так. Это мы не, это нельзя снимать, проклятие. Сундуки, ловушки. Но здесь скорость. Скорость важна. А с сундуков может предметы выпасть хорошие. Хотя мне предметов вот так хватает. Ладно, сундуки тогда снимем. Да не, вы знаете, лучше я... Да, нифига, это... Ускорение какое жесткое. Блин, опять порча будет. Как я буду с этим справляться?
Нифига его. Что? Что за скорость? Ты что, обалдел? Это что за скорость такая была? Дикая. Триста? Давай. Слушайте, ну мне надо из хранилища, видимо, какое-то проклятое оружие достать и снять проклятие с помощью него. Потому что я не знаю, как еще. Что-то надо с этим делать. Уже три проклятия, а мне еще там третьего босса надо побеждать. Это как бы проблема уже. Довольно серьезная. Ой. Нифига. После парирования основное... А, так зачем мне это надо? У меня крытые так есть. Так. К основному оружию, да? Плюс один уровень. Ну это все надо. Это все надо. Ну все, больше ничего не нужно, в общем-то. Хотя я могу рерол сделать и найти что-то еще более крутое. Ну, как видите, ничего из этого мне не нужно. А вот тут надо, вот тут хотелось бы, конечно, пройти. Потому что там выпадет что-то такое проклятое. Даже не знаю.
Отлично, отлично. Снять проклятие. Отлично. А какое? Подношение. Жадность снимем. Так, это что? Урон во тьме. Нет. Это что? Это к ловкости. Так, и босс. Ой, блин, надо здоровье теперь откуда-то брать. Да откуда ж его возьмешь? Ой. Ой. А. Так не надо. Ну, в общем-то, и все. А где мое здоровье? Безымянный, безымянный. Так, к божественной милости, да? Хотя это к сложению тут дофига. Ну, подожди, давай подумаем. Ну, это минус порча. Крит урон. Ой, а вот это как раз нам нужно. 3%, 2%. Поменяем, наверное. Потому что от критов будем лечиться. Это нам очень сильно нужно. Это ни в коем случае мы... Вот это мы меняем. Тут 3%, тут 2. Отлично. Так, это что? К сложению, да? Да, отлично. Это что? Это к золоту. О, хорошо. И это к божественной милости тоже неплохо. Так, теперь мы сможем лечиться просто так, да? С критов. И у нас одно проклятие. И теперь, да, мы теперь идем сюда и будем надеяться, что там будут параметры. Параметры. И тут будут параметры, а еще где будут они? Ага, угу, так. Параметры, параметры. Потом реликвия, золото. Мимо боссов пойдем, да? То есть к боссам мы, наверное, не пойдем даже. Так, параметры. Опять же, смотря какое проклятие будет. Громовые шпили.
Так, ну давай посмотрим, какое будет лечение от критов. А криты только по горящим. Пять, да? А чё он так часто-то это делает? Пятьдесят один. А, ну это... Это понятно, почему 51. Всё, вылечился. Никого, да? Ой. Не надо это делать. Так, а тут что? А-а-а. Да, кувырки стали медленнее. Ну, что поделать? Ой. Ой, порча, не надо. Я пожадничал. Сложению, так. Сложению это мне сейчас надо. Нет здоровья, да? Урон и добыча. Жалко, здоровья нет. Ладно. Кью. Так, а вот тут я даже не знаю. Тут нам придется с двумя боссами ж. Сейчас будет проклятие, если мы сюда пойдем. Но мы же выживем до... Так, сейчас второе будет. Потом, ну третье, ну четвертое. Ну мы снимем четвертое. Я даже не знаю, просто опасно. Может так получиться, что я... И потом боссы, два босса, там еще этот ядовитый босс будет. Так, а мы сейчас где? Подожди, я не понял. Здесь, ну.
Почему я не могу выбрать? А, потому что... Второе проклятие. Даже если мы получим еще два, я думаю, что до конца-то мы дойдем. Ну, наверное. Ах, ты его еще и лечишь. Ты че? Нифига тут. У них два лечения. Ё-моё. Чё так страшно-то? А, ещё кто-то тут? А чё он тут забыл? О! Зачем? Еще? Ай. Я начинаю прям сильно рисковать. Так нельзя. Так вообще нельзя. Триста. Я потом хоть вылечусь вообще. А то это уже опасно реально становится. Что? А, это ловушки, это стражи. А у меня же молот есть, вообще-то. Чтобы эти статуи ломать. Ух, нифига. Это перебор уже.
Откуда там еще молния-то была, я не понял. Откуда она взялась? О, нет, нет. О, сломал. О! Тысяча 600, так. О, отлично, золото, здоровье и урон, давай. 2000 здоровья, ну тоже получше, конечно. 200 даже. О! Вы чё? Хорошо, молот есть. О! Капец, опасно. А, он фиолетовый. Фиолетовый. И я не вылечился. Ну, сейчас вылечился. О! Не-не-не-не-не-не. Не, мне придется эти ловушки все ломать. Потому что это перебор. А, попал.
Нормально. Нормально. Так, и вот так. И что? Автоматическое парирование. Блин, а это круто, кстати. Подожди, а от кинжалов 20%, да? А, нет, тогда нет. Ух, тут. Видите, да, что? А, она ломается. Забыл. Свет. О, нифига. То есть я быстрее урон наношу, да? Чем эта фигня лечит. Так, что тут? Снятие порчи. Урон на свету 20. Урон на свету 30. 45 критам. 45 критам. Но еще и ловкость. А ловкость — это урон. То есть что получается? То есть мы вот это меняем на вот это, да? 45-45. К восприятию, к ловкости. Так, итого 9 к ловкости, да? Урон у нас на 64% повышен. Ага. Конечно, было бы круто еще на 45. Но это уже жадность. А жадность до добра не доведет. Урон на свету. К сложению тоже нам надо. Жадность до добра не доведет. На вас порчим. Золотая дань. Ну, плоховато, конечно. Золотом платить неохота. Ну и лечение тоже. Нифига. Что-то больновато, не? Это ж... А, спасибо. О. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что я делаю? Пойдет. Подожди, какая-то комната.
Ты чё? Так, что еще добавим? Это же усиление, да? Мы сейчас вылечимся, кстати. Там дальше что, вызов? О, это лечение. Но мы не будем его брать. Потому что оно запорчу. Нафига нам надо это? А вот это уже вопрос. Золото или вызов? Давай вызов. Сейчас посмотрим, нет ли тут ловушек. Еще 300 пойдет. Пойдет. А, босс, ну меня сейчас вылечит, правильно? На 1800. Блин, мне 300 здоровья не хватает. А, да ладно! Меня теперь лечить не будет, серьезно. Капец, вот это проклятие. Это чё такое? Я из-за этого проиграть могу. Ай. А, придется ему лечиться. Я туда не пойду, в эти штуки. Надо жажду крови снимать. Это капец. Это очень плохое проклятие. Так, золотая дань. Жажда крови. Это капец. Это все, ну просто все рушит. Так, к сложению. Это что? Это уже не надо, да? А хотя, подожди, горящего. Это может помочь в лечении, на самом деле. К сложению.
Так, это что? Урон когтями. Это что? Сердце храма. Дело в том, что там же горящие будут, там он же будет вызывать этих к ловкости. Ну и сейчас финал. Ох, опасно. Так, ну вот это мы покупаем в любом случае. Там же урон от боссов будет еще поменьше, да? Минус 20, минус 20. А, 5%. А, ну у меня здоровье стало побольше. Мне, видишь, к сложению дали больше. К ловкости больше, всего побольше, да? Ну ладно, это хорошо. Так, вот здесь мы, наверное, вот это, да, сделаем. Ваше оружие наивысший уровень теряет один уровень, оружие наименьшего получает... А наименьшее какое? Ну... Молот кузнеца потеряет один уровень, это не страшно. 10% здоровья, вот что страшно, и 25. Тебя равно ударило, ты смотри. Ну ладно. Клависпардия. Оу. Ой! Что я сделал? Что я делаю, а? Вот что я сейчас сделал? Чё я сделал вообще?
Что-то жесть какая-то началась. Столько ошибок понаделал. Ой, блин. И кого он вызовет? А, вообще отлично. А, я не успел. Ой, блин, опасно как. Вау. Wow.
Есть! Фига себе, урона гораздо меньше стало от боссов, реально. Игра сегодня мне просто помогала, как могла, всеми бонусами. Ух. Это было сложно. Маска! Это было жестко. Кто бы мог подумать, да, что молот кузнеца может выиграть игру? Так, что это? Усиление вторичного оружия удваиваются. Шипастый кнут. Критический урон. Точный лук, хитрый меч. Ну а на этом пока что все, дорогие друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мои каналы. Это YouTube, Дзен и Бусти. Ссылочки в описании. Ну а если вы хотите задонатить, это можно сделать по ссылке в описании. Всем хорошего настроения и всем пока.